Я редко пишу стихи так как-то по случаю или какой-то дате, но тут меня уже который год сильно разозлил этот самый поток на Фейсбуке стихов там к 9 мая. Ну вот это вот вакханалия, как бы, да. Часто написанное совсем молодыми людьми, которые же даже представления об этом не имеют. Я хотя бы имею, ну, на протяжении, на как бы по протянутой руке. Вот. 9 мая называется. Я не знаю, о чем вы там помните. Мертв слежавшийся дух катакомб. Это памяти крохи укромные, те, которых Господь не сберег. И не нам ковырять, унаваживать Карфагена просоленный грунт. И себя постоянно уваживать, чтобы вовсе навек не заснуть. Взрыв бризантный рассыпчатым крошевом засыпает предутренний сон. Ну, братишка, и как твое отчество? Чей ты будешь? Не сукин ли сын? Так шеренгами жгут поколения берегами мертвеющий лес. Так мы дышим продуктами тления. И ужасен пустующий крест. Thank you.